Иногда, приехав на море, лучше пойти искупаться на речку. Тем более, когда речь идет о горной реке Псезуапсе в Лазаревском. Ориентиром вам будет подвесной мост с замками, помогающими сохранить любовь. Ну а так что, когда на море шторм или оно просто грязное, вы можете прийти и искупаться в чистейшей освежающей воде. В общем, отдохнуть и набраться сил в окружении природы. Разнообразьте свой отдых, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всего самого интересного на курорте Лазаревском и не только.